Юбиляры. Ну и у вас еще есть возможность написать сочинение на тему «Как ты провел футбольное лето». Заключить настоящий контракт юного болельщика. Yeah!
Егор, ну поздравляю с победой, как ощущения после столичного дерби? Спасибо. Ну, это для меня было первое дерби, если честно. Ну, именно в составе, когда я играл, вот, только положительно, выиграли 2-0. Могли еще больше забивать. В принципе, я считаю, что контролировали игру и заслужили победу. Как считаешь, удалось исправить те ошибки, которые были в матче с Гомелем у нашей команды? Я считаю, это две разные игры, во-первых, две разные команды. Главное, что сегодня победили. Там сделали работу над ошибками. Угу. Как тебе вообще команда, как тебе соперник наш сегодняшний по игре? Ну, команда оборонялась в основном. Потом при счете 2-0 мы уже как-то более нервозно начали играть. Мне кажется, более на сохранение счета. Угу. Они начали больше контролировать, более агрессивнее играть впереди. Следующий домашний матч у нас против очень родной для тебя команды. Настраиваешься? Ну, еще рано об этом говорить. Еще 2-3 недели, я думаю, подготовимся спокойно к этому отношусь. Но будет интересно.